вас удивил в последние годы? А, это не обязательно музыка, но вообще кто удивил? Первое, что приходит мне на ум, это Вова Зеленский. Ну, то есть, ну, это так. Я не знаю, с чем это связано. А вот подробнее все-таки, чем удивил Вова Зеленский? Вова Зеленский. Вот таким успехом в политике или чем-то другим? Во-первых, ну, смелостью, тем, что он решился взять на себя вот такое, собственно, бремя. Потому что если раньше, скажем, да, президентам, ну, завидовали многие, то сейчас, ну, точно завидовать нечему. То есть это в первую очередь гигантское бремя, дичайший совершенно риск и все такое. А второе, чем он меня удивил, он на первом месте по рейтингам сейчас. А вы верите в социологию, да? По-советскую? Я, вы знаете, совмещаю социологию со своими ощущениями. Мне совершенно понятно, и я совершенно верю тому, что он реально может быть на первом месте. И почему он на первом месте, я тоже понимаю, как, наверное, все маломальские сведущие люди. Мне кажется, тут все очевидно и понятно.